Не, ну просто у нас... Ну как бы хз, возможно... Основные, слышим, да. Трекер с МПМ. Вот эти всякие мелкие. Один челик из 100. О, пиздец. Это, блядь, нифига это. Проехало. Смотри, раз, два. Чуваки, по встречке и на красный самый прикольный. Вообще, слушай. Вы, блядь, пингвины, что ли? Еще и дудят в ответ. Да, вообще, я в ахуе просто. Так, сколько нам ехать? Ну, сейчас, что за люди? Да-да, он и какие-то. Да ты, блядь, дебил, что ли? Диму, ты видел там фура, как улетела? Саш, может, ты не будешь мне связаться? Не умеешь. Сорян, что я в тебя врезался, потому что меня отвлекли. Просто мне пришлось отвернуть лицо от компа. Я в тот же момент остановился. Да, да. Я дал по тормозам, но был уже поздно. Там Шкода просто впечатала челика в бордюр. Вот давайте только без резких движений, пидрила. Фига он тпшнулся и поехал. И сдох. Синхронизация. Пипец, коня вообще не тянет. Как тот чел уже на бордюр заехал, прикольно. Что за... Да ты дурак, что ли? Может тебя бибикнуть? Нет, качество он не выбрасывает, он выбрасывает в FPS. Качество, да ты, блядь, заебался хронизироваться со мной, пидрила. Хотя вот эта трасса, она большая, скоростная. Я здесь всегда. Не то, что мы с тобой. Вот и что он тут забыл, вот объясни мне, что он забыл на половине дороги? Типа там заценил. Можно так было, кстати, вообще. Мне тоже понравилось, на самом деле. FPS проседает. 60 пока. 60. Ну он там до 58 просто. Вау. Хера тут народу. Ну да, это дорога дураков, видишь, колась дузбу. Знаки. Там, походу, тот чел, который дико обгонял, он шатался. Он врезался, по-моему, вот сам. Это что, блядь, объясни, это что сейчас было? Откуда вы все выезжаете, дядя? Я могу сжать, сколько влезет. Аль, ты в 10 сколько влезет? Да, это сейчас влезет там этот хуй. Ой, ебать, а где FPS-то, где он? Где FPS? А что у тебя? 23. У меня 27 все это время. О, 21-19. Да, где FPS, пацаны, пожалуйста, да? 21-17. Ебать, там прицепчик трахает. 23, блядь. 16. 17. Оу, бля, 22. Сколько? 22. Да у тебя нормальный FPS по сравнению с моим, если честно. Встань ты передо мной и едь, господи, ну хуй с ним. Какая расцепка, блядь? Я промазал по кнопке. Серьезно? Пипец, твой тазик шатает. Гарри! Huh? Мне тупо цепляет за воздух. Ну и в итоге его пустил я, получается. Пиздец. Когда Саша сказал, я никого не буду пускать. Я забыл совсем, что надо поменять аватарку, твою дивизию. Вот меня, блядь, у тебя-то разные аккаунты, тебе заебись. Ну зато я доехал. А, в смысле, что ты по офлайну? Ну как тебе в онлайн снова зайти? А никак, пермач, все, смэп. Надо будет писать в трекер с МП.